Оба, всем здорово, рад приветствовать вас на канале Пивас ТВ, меня зовут Андрей, и сегодня мы продолжаем игру под названием «Привет, сосед 2». Перед началом ролика желаю всем приятного просмотра, если вы взяли вкусняшки, приятного аппетита, не будем долго затягивать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, продолжаем. Так, в прошлый раз мы открыли сейф с вами, да? Вот, нам нужно вот в этом доме последнюю фигурку. Последнюю фигурку мы знаем где, правильно? Знаем. Нам нужно открыть вот эту штуку. Вот. Где он есть? А, иди нахер. Я не туда побежал. Ладно, ладно, все, все, все. Я говорю, я где-то видел этот код. Может, в телеке? Notes of Tanure. Может, N-O-T? Давай попробуем. Давайте, а почему и нет? Да и все, все, ухожу, ухожу. Где тебе наврал? N. О. О, смотри, получилось. Так, есть у нас последняя игрушка. Монтировка. Монтировка нам вторая не нужна, правильно? Правильно. Так, здесь. Ага. Вот так. Ага, еще один ключик. Так, и нам остался последний ключ. Нам остался последний ключ. А мы фотографию не собрали, да, на втором этаже? Так, пошли на второй этаж. Что это нам нужно? Мы не собрали фотографию. Так, тут мы были. Фотография у нас здесь. Может, наверху где-то. О, вон паутина, смотри. Паутина. Так, это нам ножницы нужны, да? Так, гиря. Чего нам нужна гиря? Раз ключ, кстати, лежит. Нужна ли нам гиря? Подожди, а что опять тут батарейка делает? Дрон. Ой, и этот как было. Камера. О, кстати, смотри. Кнопка. Она. Вон, шкаф открывает. Так, все понятно. Гирю вот сюда. Так. Кусок фотографии есть. Так, где у нас последний кусок может быть? Да. Где у нас последний кусочек? Не оно? Нет. Так, забери камеру.
Где? О! Ножницы. Вот еще загадочка у нас. Ага. Надо, короче, обращать внимание на такие мелочи, да? Причем я проходил-то мимо этой подушки. Так, вот тут что-то у нас открылось. Есть. Так, это последний ключ у нас, походу, да? А ключ он у нас забрал, да? Нет. Ключ он не забрал. Блин, нахер. Я прям сразу бегу сюда и... Вот так. Оп. Все, отлично. Так, а ничего он такого у нас... А, он у нас, короче, забрал этот самый. Так, что у нас здесь? Какой-то ключ. Угу. Загрузка. Ну, погнали. Так, ключик. Есть. Что тут у нас еще интересного, неинтересного? Ну, походу, нам только сюда. Самолетик. Help me. Ну там, конечно, Apple Me написано. Так, и что, и куда нам бежать? А, стоп, подожди, а вот самолетики раскиданы. Нам за самолетиками бежать. Закончились. Охренеть, сколько он их сделал? Так, ну куда-то не сюда. Вот. Сюда. Ну, если я правильно понимаю, за самолетиками же надо бежать. Вот в эту сторону, да? А, вот, да. Здесь их много. Бежим. Блин, ну нет, это какой-то... Вот сюда. Закрыто. Ладно. Не сюда. Сумеум. Ну, скорее всего, музей, да? Музеум. Ну да, вот, наверное, здесь. Так, тут нужен ключ. Да. Здесь можно спрятаться. Сейф. О, домик, здрасте. О, прям сюда? Прям вот так сразу. Отлично. Так, а ключ от музея, где мне найти вот этот теперь? Где-то здесь, да? Лопата. Здрасте. Это та лопата, которая нас перегорбатили, да? А, это что? То? Не понял. Как мы дома оказались? Хрена себе фонарик.
Кто? Да, блин. Я ж немножко это какое. Испугался. Так, короче, мы оказались. А он был тут? Что это такое? Это камера какая-то или что? Слушай, а. Это я не совсем понял. Так, смотри, у нас теперь полицейский разговаривает. Это пекарня, да? Значит, нам нужно в пекарню. Я так подозреваю. А знаете еще что? Вон она как раз пекарня, да? А, и вон птички сверху теперь кружатся там. А в прошлый раз... А, вот, теперь все камеры туда направлены. А в прошлый раз мы были... В доме соседа. Это вон там, да? Тут это было? Да, вот смотри, полицейская машина уехала. Здесь был этот самый... О. Вот теперь я могу? Нет, не могу. У нас еще одна заначка была вон там. Да? Сейчас вот это здесь скинем, а вот это возьмем. Нет, не работает. А как их объединить? Можно как-то объединить? Вот. А, вот он, да, показывает сразу. Во. Смотри. А как подняться? Он не поднимается. Может, не... А, вот, на shift подниматься. На Ctrl опускаться. Ладно, что, полетели. Так, а вот здесь мы, кстати, не были, да? Ладно, короче, мы будем знать. А у него зарядка бесконечная или как? Ладно, давай пока оставим. Ну ладно, чё. Помчали. Мы его отсюда увидим. А вот он летит. Вот он летает. Вот давай-то как раз вот тут вот тогда и скинем. Я думаю. Он нам пока не нужен. Подожди, куда я его скину? Прям над дроном мы вот так вот скинем. Вот так оставим. Так, нам. Куда у нас там камеры направлены? Кафе, мафия. Погнали в кафе, мафе. Посмотрим, что у нас тут. Что я с ножницами бегаю? О, там кто-то есть. Здрасте. А, теперь она у нас будет, да, вот это вот. Нам, короче, теперь от нее надо. Так, ну смотри, у нее там какой-то ключ торчит.
Ладно. Что у нас здесь? 176. 1567 мне, короче, не хватает, да? А, блин, да. Что надо? Да понял, понял, все. Короче, у нее там какой-то ключ торчит еще, кстати. Смотри. Ты что от меня дверь закрываешь? Ладно, пошли, обойдем. Посмотрим, может, где-то что-то есть. О, лестница. Погнали. Ничего нету. Кстати, можно попробовать разбить. Да, можно. Вот опять латка такая. Я думал, ножницами можно. Нам нужен ключ. Книжный ключ. Вот опять шкафчик. Под нее прятаться. Ну я, кстати, успел. Иди отсюда. Так. Вот-то собачки. Что тут такого нету? Да знаю, знаю, все, 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 ухожу, ухожу. Так, ладно, пока она на втором этаже. Нет, она уже здесь. Шарфик кто-то оставил. Коты кушать хочет. Ключ нужен. О, вентиль. Лучше бы кота покормила. Пошли вот тут. Пойдем. Посмотрим. Может, тут что-то есть. Иря. А, он меня поцарапал или что, типа того. Он показывает, типа, это самое. Огнетушитель. Здрасте. Чайник. Зачем нам чайник? Скоро узнаем. Лед. Вот сюда. Да? Есть. Так, ключ. А, вот, огнетушитель у нас. Так, ключик взяли. Пианик забираем и валим. Она идет. А ключ от чего? А ключ может быть от холодильника, да? Нет, не от холодильника. Так, а мы видели еще где-то книгу, да? Да, огонь опять горит. Мы где-то книгу видели, а книга была на втором этаже, да?
Пошли на второй этаж. Что она тут стоит? Она забаговалась? Да, смотри, она стоит. Вот. Открываем. Ага, нам нужно вот эти циферки собирать. Ну ладно. Десять, тридцать пять. Тут я еще кое-что заметил. У меня места нету. Блин, не понял. Ладно, пошли. Что-то было. Водичка. И что здесь надо? Вот вентиль? Да. Что это нам дало? Непонятно, да? А, кстати, у нас освободилось это. Давай сейчас стрелку возьмем. Стрелку мы поставим вот так. И время здесь 10:35. Сюда. Во. Две кнопочки. Так, одна еще у нас вот тут была. Стоп, а цветок схуяли завел. Я не совсем понял, почему цветок у нас завел. А у меня все равно места нет. Так, огнетушитель нам, наверное, не нужен пока больше, да? Мы же потушили. Так. Блин, она, по-моему, забаговалась. И у нее там, кстати, ключик был еще, да? Да, он все равно места нет. А если я вот так поскочу? Блин, да, все, она забаговалась. Так, это у нас пятерка сюда. Семерка сюда. Шестерка сюда. Ну, извините, вот такое-то. А почему вы не воспользуетесь багом? А что она выходила? Ей же нельзя выходить. Так, это я уже понял. Ключ отсюда. Так. Рыбешка. На. Ага. И вот последняя кнопочка. Вот так. И чё? Один, пять, шесть, семь. 15:76. Понятно. 15:76. Так, и мы получили какой-то ключ. Все, она пропала. А, не, не пропала. Она разбаговалась. Здорово. Не знаю, сейчас давай вот этот ключ скину. Сейчас она будет за мной охотиться, нет? Если я зайду. Да мне уже пофиг.
Так. Чё меня опять к музею выкинуло? Подожди. И опять ночь наступила. Так, мне нужно... Я забыл, где этот самый... Кафе, кафе, кафе-мафе, вот оно. Я же здесь ключ скинул. Вот он. Короче, нам сейчас в музей нужно, да? Это ключ от музея, походу. Ну, пошли попробуем. Опа, опа, кто это у нас? Лопата есть. Мы теперь пиздить можем его? Стоп, подожди, я же взял лопату. А в инвентаре ее нету. Интересно. Так, ладно. Здесь можно вот так. Так, я не совсем понял. Подожди, можно же как-то запрыгнуть? Вот он запрыгивает сюда. А вот туда не хочет запрыгивать. Ладно. Что, да ухожу, ухожу, ухожу. Что? Паутину. Домик. Убегай. Сейчас. Так, все, 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 домик забрал. Знаю, куда его припарковать. А, это желтый, походу, да? Вот сюда вот, правильно? Правильно. Так, а он вот тут ходит. Да все, все, ухожу, ухожу, ухожу. Все, 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 все. Иди отсюда. Дверь не закрывай. Так, смотрим, что тут у нас еще есть. Игрушки. Вот, еще один домик. А, можно разбить? Можно. Да все, 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 ухожу, ухожу, ухожу. Бегу, бегу. И, кстати, последний домик у нас был. Отлично. Так, открылся сейф. Вот мне вот эта дверь. Да. Это от этой двери. Так, здесь у нас. Ага, это у нас другой вход. Опа. Так, а, нужно ручку от двери найти, да? Здесь. Здесь. Ну, короче, ручку от двери надо найти. Шикарный автомобиль. Честно, я бы на таком покатал. А гараж что у нас? Открывается, не открывается? Нет, не открывается. А, стоп, здесь еще что-то нужно. Тут-то нужно, ладно. А здесь гаечный ключ нужен. Понял. Да? Да нет, нет, нет. Нет тут никто.
И отсюда брысь. Кш-кш-кш. Что-то я рано вышел, да? Вон еще стоит. Все, он ушел. Так, ну, смотрим дальше. Здесь у нас что? Да все, все, ухожу. Да, блин, ну иди отсюда, иди. Я что-то, честно говоря, прям заблудился уже. Так, нам нужно на второй этаж еще подняться, да? Здесь мы... Так, лом. Бегом, бегом. Вон он стоит. Давай, давай, вали отсюда. Все, ушел. Так, вот тут у нас второй этаж еще. Вышли на улицу. Так, ну это мы видели. Но мы, правда, там забраться не смогли. Он тут что-то шароебится. Иди отсюда. Иди отсюда. Я тебя не звал. Иди сиди возле своего камина. Опа, смотри, куда мы залезли. Так, тихо, тихо, тут что-то было. Что такое? Антенна. Для чего? Телевизор. Не показывает, не показывает. Ага, короче, надо куда-то вон туда, да? Ну, погнали. Сейчас, подожди, вот провод идет куда-то туда. Как мне? Я не совсем понял. Короче, мне нужно, наверное, там тоже что-то покажет. Антенна. Так, здесь у нас дверь закрыта. Здесь у нас дверь закрыта. Да ухожу, ухожу, бегу, бегу. Мне нельзя антенну потерять. Да все, все, убегаю, убегаю, я запутался. Он меня потерял. Вон, вон. Да ушел я, ушел. Все, иди отсюда. Мы же здесь проход открыли, да? Мы можем отсюда зайти. Раз, 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 раз. Так, а вот теперь мне как-то нужно на крышу попасть. На крышу. А чтобы мне на крышу попасть, что мне нужно сделать? Вот телевизор. Вот антенна. Нам антенну просто нужно туда куда-то наверх установить. А, иди отсюда. Оп. Сразу вниз, короткий путь. Бегу, бегу, бегу. Я не пойму, как на крышу попасть. Вот честно. Здесь у нас замки.
Здесь тоже замок. Здесь какие... Во, кстати. Оп. Оп. Ага, вот. Вот оно. Ну, давай, запрыгивай. Вот. Все. Ничего тут такого нету. Забираемся. Что же у тебя тут так неудобно-то? Охренеть. Так. И что, вот на эту лестницу? Какой дымоход, что ли, эту антенну ставить или что? Я не... А, вон антенну куда надо. Вот так. Антенна. Все, теперь мы можем телевизор, да, посмотреть. А, ее еще и настроить нужно. И что мне сюда это какого? И где мне это узнать? Держись, держись. Блин, а я что, не туда, что ли, спрыгнул? Так, мне нужно к телевизору, да? Где? Да все, ухожу! Да иду, иду я отсюда, все. Так. А где найти, вот как оно... Ну, нужно, вот это расположение... А? А? Кто подскажет? Скажите, пожалуйста, люди добрые. Я вообще такого не видел. О. Здрасте. И чё? А вот тут лампы не... Вот, лампы еще нужно. Ага. Ага. Ножницы у нас есть. Вот так. А вон там еще. Что там? Блин, ну вот насчет этой какого? Насчет телевизора я, честно говоря, нигде не видел. А еще. Где вот расположение вот этой... Господи, как ее зовут? Антенны. Где это посмотреть? Ключ. А ключ от чего? Так, а нам еще гаечный ключ нужен, да? Вот здесь ничего. Да все, ухожу! Я теперь знаю, где ключ лежит. Все. Сейчас я туда вернусь за ключом. Где у меня остался? Нет, ключа не осталось. Так, а он что, тоже забаговался или что? Забаговался. Смотри. Ну давай ли отсюда. Так, ну каждый раз антенну тоже. Блин, а где? Где взять-то? Может тут подсказка?
какая-нибудь есть. Вот эта вот ручка тоже. Вот как понять? Непонятно, да? А, все, ухожу. Ты, блин, да ушел, я ушел. Что ты? Что ты паникуешь? А с другой стороны я никак не зайду, да? Зайду. Ха-ха! Вот он, ключик. Ключик. А у нас на втором этаже какие двери там еще, да, закрытые были? Погнали. Вот, например, смотри. Не подходит. А вот этот подходит. Так, ну-ка. Так, их фоткают, улыбается. Help me. Да? Вот это мы в самом начале видели. Дотянуться и опять дома оказались. Да что ж такое-то? Да? Я правильно понимаю? Так, и что? Какой-то охотник. Короче, теперь мы за охотником наблюдаем. Ладно. Предлагаю тогда на этом закончить данную серию. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну а на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.